Ап, малыш. Давай, ап. Опа, молодец. Давай снимем рюкзачок твой. Пойдем. Ну вот. А вы куда-то уезжаете? Ну, мы хотели на озеро съездить. Я думаю, нам, чтобы это... Нам можно и здесь. Смотри. Так, ай, нижний подчеркивание, АМ. Молодец, поел, помылся, чистюля. Чистюля? Кто чистюля? Кто чистюля? Ты чистюля? Ты чистюля, да. И меня тоже помоешь, да? И... Не кушает, да. Не кушает, Матвей. Значит, нам сейчас надо... Не съебушит. Некуда кушать, блядь. Вы все приехали, да? Из Петербурга. Из Петербурга. О, Питер. А вы откуда? Москва. А мы из Пензы. Там тоже люди живут? Есть, есть. Это не конец географии. Спасибо. И дальше есть еще. Ну вот сейчас Пензюковы на...
старик у моря, да? Хорошо, хороший мальчик. Хороший мальчик. А вы его сами тогда воспитываете? Конечно, конечно. Вот такую вот штуку предоставил нам Останкина для перевозки кота по территории телецентра. Но пока она занята. Здесь сидит маленькая обезьянка. А Меська в результате лежит вот тут. Хотя мы ее взяли для того, чтобы Меська привык. Но тут, по-моему, привыкает Маша. Иди ко мне. Мы тут вдвоем уместимся. Все, хватит баловаться. Это коту дали, чтобы он привык и завтра не нервничал. Вылезай. Выходи, скажи, из моего домика. Пускай обнюхивается. Надо еще принести подстилку туда положить, чтобы она им пахла. Однокомнатная, ты как хотел. Так она выглядит. Знал, что это родные просторы. Кажется, опять куда-то меня привезли. Ну, где ты живешь? Показывай. Показывай, где дом. Мэйс! Мысь. Где дом тут у тебя?